Мы продолжаем жить в мире с горизонтом планирования в один день. Собрать игровой компьютер сейчас под апгрейд, когда-то там потом, это удел оптимистов. Те, кто живут здесь и сейчас, хотят мощный компьютер сразу наперед. Какие платформы точно выдержат испытания временем, на чем можно здорово сэкономить, сколько нужно ОЗУ и видеопамяти. На все эти и другие вопросы сегодня мы ответим. На связи МК. Рассказываем про варианты лучших игровых сборок на данный момент. Поехали! Самое главное — сразу расставить приоритеты. Раз собираем топ, значит это предел апгрейда, когда лучших процессоров современности перестанет хватать для игр, текущие сокеты безнадежно устареют. И будет гораздо дешевле и проще собрать ПК с нуля. Поэтому главное, чтобы платы хватало лишь текущему процессору. Это же относится к остальным комплектующим, они должны быть надежными и достаточными лишь для конкретной сборки, и не более. Начнем с народного AM4. Сокету 7-й год, а он все еще бодрячком. Безоговорочно лучший процессор для игр здесь — Ryzen 7 5700X3D. Его можно найти за 25 тысяч рублей. 8 ядер в играх хватит минимум до следующего поколения консолей, а вот дополнительный кэш 3-го уровня здорово бустит Ryzen в играх. Где Ryzen 5700X3D — это уровень более дорогих процессоров на AM5. Брать старший 5800X3D — смысла немного. Разница в пара сотен мегагерц совершенно незаметна, а вот сэкономить получится почти десятку. Кроме того, с X3D процессорами не обязательно брать дорогую плату. Процессоры нежные, AMD запрещает их разгон и следит за теплопакетом, который не уходит даже за 100 Вт. Падать до материнок на 520 не нужно, там и с шестиядерниками будут проблемы. А вот простой доски на B550 с 4 фазами на процессоре под радиатором точно хватит. Такая обойдется в 10 тысяч рублей. Можно даже взять материнку еще дешевле с 2 слотами ОЗУ. Экономия на слотах памяти, конечно, звучит дико, но логика здесь есть. Практически всем играм до сих пор хватает 16 гигабайт на ультра-настройках графики. А раз небинарных модулей DDR4 нет, следующая ступень — это сразу 32 гига. Такой объем избыточен даже для 4К, поэтому втыкаем 2 модуля по 16 гигов и забываем. Тем более DDR4 стоит дешево. С частотой тоже все просто. Ryzen с 3D кашей мало зависят от скорости памяти, поэтому планок на 3600 МГц тут хватит. Ну а при желании их можно подразогнать. Комплект брендовой памяти на 32 гигабайта DDR4 3600 обойдется в среднем в 6 тысяч рублей. Экономить и брать китайчатину в данной сборке нет смысла. Ну и с таким TDP с охлаждением тоже можно не мудрить. Как я сказал, процессор холодный, а сотню ватт отведет самая простая башня с 3-4 теплотрубками за пару тысяч рублей. Поэтому 5700X3D можно и нужно рассматривать как конечный вариант апгрейда на AM4. Если, например, у вас сейчас сборка на каком-нибудь шестиядерном Ryzen из предыдущих поколений, чьих возможностей уже в играх не хватает для работы с новыми видеокартами. Брать дешевые SATA не стоит. Уже есть игры, которые используют технологию Microsoft Direct Storage для быстрой загрузки текстур, и она требует NVMe накопители. В будущем таких игрушек станет еще больше, поэтому про SATA забываем. Еще раз напоминаю, брать китайские франкенштейны основными накопителями под систему не стоит. Да и гнаться за топовыми решениями на PCI-Express 5.0 тоже нет смысла. Оптимально терабайтный SSD на PCI-Express 4, за него придется отдать около 7000 рублей. Ну и на сладкое видеокарта. С одной стороны можно не мелочиться, 5700X3D легко нагрузит даже RTX 4090, но с другой, цена на этот топ во всем мире далека от адекватной, и в России за нее просят больше 200 тысяч рублей. Для игр на максималках за глаза хватит RTX 4080. Ее супер-версия медленнее 4090 на четверть. Но и найти их можно почти вдвое дешевле — 110-120 тысяч рублей. Из красного лагеря можно рассмотреть RX 7900XT и XTX. Младшая на 10% слабее RTX 4080, старшая на том же уровне
если не брать трассировку лучей, где у зеленых всегда преимущество. С другой стороны, у Radeon больше памяти, до 24 ГБ против 16. Да и ценник намного приятней. 7900 XT можно найти за 80-90 тысяч, ну а старшую 7900 XTX за 115-120. Падать ниже этого уровня нужно очень осторожно. И дело тут не в производительности GPU, с учетом апскейлеров, генерации кадров, текущие топы будут на плаву еще очень долго. Больное место современных видеокарт — это память. В тяжелых играх, на ультрах, в 4К ее потребление может легко уходить за 15 гигабайт, что сразу исключает из планирования на долгосрок карты с объемом видеобуфера меньше 16 гигов. Что существенно сужает круг интереса. Из зеленого лагеря это 16-гиговая RTX 4070 Ti Super, ценник на которые стартует от 85 тысяч рублей. Такие карты на 20-25% медленней той самой RTX 4080, но их точно хватит лет на 5, если не лезть в 4К. Из красного лагеря можно рассмотреть RX 7800 XT с 16 гигами. Она выступает на уровне RTX 3080, и падать ниже уже не стоит. Даже сейчас это решение в лучшем случае для 2К. Зато ниже ценник, ее можно найти за 60 тысяч рублей. Второй вариант — найти RX 7900 GRE. Это малоизвестная карточка, которая отличается от XT версии сильно порезанной памятью, что легко исправляется разгоном. Реальный уровень производительности — около RTX 4070 Ti за 70 тысяч рублей. Осталось разобраться с блоком питания. Для карт уровня RTX 4070 и 7800 XT сами производители рекомендуют решение на 700 Вт, для топовых карточек на 800. Ryzen X 3D потребляют немного, и даже в случае с RTX 4090 уходить киловаттным решением не стоит, но и экономить тоже не надо. Японские конденсаторы, сертификат не ниже 80+ Gold и DC-DC обеспечат стабильным питанием ваш ПК на долгие годы. Тем более, что ценник 8-10 тысяч рублей потеряется на фоне видеокарты. Ну и корпус с хорошим обдувом, в который вместится большая карточка. В среднем нормальный кейс можно найти за 5-6 тысяч рублей. Естественно, возможности роста тут до бесконечности. В итоге, спасибо демпингующей AMD, собрать добротный игровой ПК для 2К с запасом на будущее можно за 120 тысяч рублей, выбрав RX 7800 XT, но забыв про трассировку. Если же хочется посмотреть на лучи Хуанга, стоит докинуть сразу 30 тысяч до RTX 4070 Ti Super, ну а за 180 можно получить царскую сборку на RTX 4080 с играми в 4К. Следующий на очереди LGA 1700, пока еще самый актуальный сокет у Intel, так что цены здесь кусаются. Раз думаем наперед, значит нужно 8 больших ядер, которых точно хватит для всех игр, о чем мы рассказывали в предыдущем ролике. Большое количество малых ядер в среднем дают гомеопатический прирост, поэтому доплачивать за них вообще не вижу смысла. Идеальная линейка, естественно, это Core i7. Платы с индексом Z долой. Разгон давно стал формальностью, к тому же Intel в погоне за высоким однопотоком загнала частоты и напряжение в небезопасную зону. Интересный процессор для игр здесь только один. Это 13700KF, который бустит выше версии F за те же деньги. 14700 тоже хорош, но переплачивать за лишние 4E ядра нет смысла. Мы этот проц недавно тестировали, когда проверяли, зачем Intel отключает гиперпоточность. Итого за 37-40 тысяч можно получить 8 быстрых ядер на частоте в 5 ГГц и 8 малых ядер, которые будут немножко помогать. Идеальный баланс. В среднем такой процессор будет выступать на одном уровне с Ryzen 7 5700X 3D. А вот к охлаждению в данном случае стоит подойти ответственно. Восьмиядерные Intel — горячие парни. Они могут потреблять в играх за сотню ватт, а в пиках больше 150. Но благодаря большим кристаллам под крышкой снять тепло с i7 без разгона можно воздушным охлаждением. Качественная башня на пяток теплотрубок за 3-4 тысячи рублей с задачей справится.
Брать 13700KF под апгрейд текущей сборки на каком-нибудь 12100 или 12400 стоит только в том случае, если изначально вы взяли плату и охлаждение с хорошим запасом. Простые материнки на H610 такой процессор никак не сдюжат. Z-материнка здесь не нужна. Разгон ядер не интересен, а погнать память и снижать напряжение можно на более дешевых досках на B-чипсете. Но для отвода 150 Вт у платы должно быть как минимум 6-7 полноценных фаз на процессор. При этом под хорошим радиатором. В противном случае кипящие мосфеты долго не протянут. В среднем за хорошую доску с поддержкой DDR5-7200 придется отдать около 15 тысяч рублей. С оперативкой тоже все просто. Мы выбрали плату с DDR5. Этот стандарт может увеличить FPS на 10%. Мы тут собираем недешевый игровой компьютер. По объему все как и с AM4, 32 гига. Тем более, что 8-гигабайтные модули DDR5 здорово снижают производительность. Если очень-очень нужно сэкономить, можно поискать небинарные планки по 12 гигабайт, но они пока что редки, как единороги. Не стоит экономить и брать китайские ноунейм модули. За 32 гигабайта DDR5-7200 придется отдать порядка 16 тысяч рублей. С видеокартой все упирается в бюджет. Опять же, RTX 4080 или топовый RX 7900 — отличный выбор на долгие годы. Можно рассмотреть, конечно, и RTX 4070 Ti Super и даже 7800 XT, но в случае с LGA 1700 это невыгодно. Сама сборка выходит дорогой, и за те же деньги лучше взять 5700X3D с более быстрой видеокартой, итоговая производительность в играх будет гораздо выше. С SSD, блоком питания, корпусом все ровно как и на M4. Берем NVMe, золотой японский DC-DC жир и продуваемую коробку. Intel традиционно дорог, поэтому здесь базовая сборка с RX 7800 XT обойдется уже в 140 тысяч рублей. То есть доплата за Core Insight аж 25 тысяч деревянных. Поэтому с 1700-м лучше сразу смотреть на топы. С RTX 4080 или RX 7900 XTX. Здесь высокий однопоток с DDR5 позволит i7-13700F оторваться от наследия AM4. Ну, и мой любимый AM5 — самый неоднозначный сокет для сборки быстрого игрового ПК на будущее. Если жизненный путь AM4 и LGA 1700 в целом завершен и никаких прорывных процессоров на них не будет, то вот AM5 — еще карась. Поэтому покупка здесь и сейчас топового CPU за много денег может заставить кусать локти уже через год. Ходят слухи, следующее поколение Ryzen 9000 получит прирост одноядерной производительности аж на 40%, что закопает даже актуальные X3D камни на AM5. Но будущего не знает никто, и раз собираем игровой топ по факту, значит нужен Ryzen 7 800X3D. Проблемы с прогарами уже давно решили, 8 ядер точно хватит на долгое время, а цена устаканилась на 40 тысячах рублей. Фактически, это лучший камень для игр на данный момент. Он быстрее абсолютно всех конкурентов. Приблизиться к красному величию может разве что переразогнанный i9-14900KS. Только в отличие от синего конкурента, X3D ряженка холодная и нетребовательная. Ей вполне хватает сотни ватт во всех играх и даже в рабочих задачах, и это снова позволяет сэкономить на плате. Хватит даже самых простых досок на A620, тем более что они умеют гнать память, но нам важна стабильность на долгосрок, поэтому лучше присмотреться к решениям на B650, там где 5-6 фаз хотя бы с простеньким радиатором. Стоят такие доски в районе 12-13 тысяч рублей. С охлаждением тоже не заморачиваемся, башня за пару тысяч сойдет. Ryzen 7000 умеют работать с ОЗУ в режиме 1:1, только с модулями на частоте до 6400 МГц. Быстрые планки на 7 ГГц и выше заставят понизить передачу, что нивелирует прирост по частоте. Пару модулей DDR5 на 16 ГБ с частотой 6400 можно найти за 12-13 тысяч рублей. Но в видеокарту мы вваливаем все, что у нас осталось. 7800X3D способен раскрыть даже RTX 4090 Full HD, падать до уровня RX 7800 или RTX 4070 с такими процессорами нет смысла.
лучше опять же за те же деньги пойти взять AM4 с более быстрой графикой. С SSD, блоком питания, корпусом в третий раз повторяться не буду, эти комплектующие общие для всех трех сборок. Итоговые стоимости сборок на AM5 здесь схожи с LJ1700, но бонусом идет более высокая производительность у ряженки с 3D кэшем. Поэтому брать базовые решения 7800 XT и 4070 Ti за 140-150 тысяч смысла мало. Разница с AM4 будет незначительная. А вот для фанатов 300-герцовых мониторов сборка 4080 и 7800 X3D — вот это отличный выбор. Снижение таможенного лимита, закручивание санкционных гаек больно ударили по ценам. Заказывать дорогие комплектующие из-за рубежа стало невыгодно. С Озон и Али ушли многие китайские продавцы, Озон и вовсе превратилась в площадку с тонной фейков и видеокарт за недорого, о чем мы писали в нашей телеге. В рознице повышение цен пока еще заметно слабо, но волна удорожания доберется и до ДНС, чему способствует дальнейший рост курса доллара. И даже в такой неприятной обстановке можно собрать быстрый компьютер для игр на ультрах в 2К за 120-130 тысяч рублей, спасибо AMD. А за 200 тысяч можно собрать игрового монстра для 4К, который закопает даже PlayStation 6. Фактически сейчас неадекватно дорого стоит только RTX 4090. Остальные комплектующие все еще можно найти за разумную цену. И тут не стоит затягивать. Дешевле точно уже не будет. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. В описании ссылочка на нашу телегу и группу ВКонтакте. Там мы публикуем ежедневно интересные IT-новости, обсуждаем их. Переходите, чекните и подписывайтесь. Еще увидимся. Пока.